Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Помазание Саула на царство. Утром встали они так, когда взошла заря. Самуил воззвал к Саулу на кровлю и сказал: «Встань! Я провожу тебя». И встал Саул, и вышли оба они из дома, он и Самуил. Когда подходили они к концу города, Самуил сказал Саулу: «Скажи слуге, чтобы он пошел впереди нас». И он пошел вперед. «А ты остановись здесь, и я открою тебе, что сказал Бог». И взял Самуил сосуд с елеем, и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал: «Вот, Господь помазывает тебя в правителе наследия своего». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.